События грядущих дней повлияют на предпочтения знаков зодиака. Многие могут полюбить историю, философию и предметы культурного наследия. Овны, ваши выходные будут полны неожиданных событий, поэтому готовьтесь к сюрпризам. Старайтесь общаться на нейтральные темы, не касаться сложных или болезненных вопросов, чтобы не начать конфликт и не испортить отношения с окружающими. Рискованные эксперименты не принесут результатов. Тельцы, последствия того, что вы делали или над чем работали в прошлом, могут проявиться особенно ярко. Вы сможете оценить, верно ли было принято то или иное решение. Есть шанс встретить человека, который будет играть важную роль в дальнейших событиях. Следите за происходящим. Близнецы, у вас ожидается сложный конфликтный период. Некоторые ваши знакомые будут начинать споры или выяснение отношений, вспоминать старые обиды или ошибки. Не вступайте в такие разговоры, уходите от негативно настроенных людей. Ваши идеи или планы, тем не менее, будут оценены и поддержаны. Раки, сложности или неприятности в выходные будут иметь благополучную развязку, поэтому не переживайте, если вначале что-то пойдет не по вашему плану. Небольшая поездка или путешествие подарит вам радостные эмоции. Подумайте над своими личными отношениями, внесите в них ясность. Львы, составление интересных планов, обсуждение их с близкими людьми будет полезно для вас. Общение с любимыми и совместное решение сложных ситуаций сделает ваши отношения крепкими и доверительными. Вечера проведите в домашней обстановке. Восстановите силы перед предстоящей неделей. Девы, удачные возможности откроются вам даже при выполнении ежедневных рутинных дел. Звезды советуют внимательно смотреть по сторонам, замечать знаки судьбы и использовать стечение обстоятельств с выгодой для себя. Лучше не влезать в проблемы других людей, можно сделать только хуже. Весы. Уборка квартиры, перестановка или изменение интерьера поможет вам справиться со стрессовым состоянием и вернуть хорошее настроение. Проявляйте осторожность с новыми знакомыми. Возможно, кто-то из них хочет использовать вас в своих интересах. Скорпионы, для вас наступает подходящий период для обдумывания своих ближайших планов, поиска единомышленников и подготовки к активным действиям. Если вы уверены в своих силах добиться результатов, будет легче. Неприятные новости не должны вас расстраивать. Вскоре ситуация поменяется в вашу пользу. Стрельцы, старайтесь быть мягче в общении, проявляйте такт и вежливость. Резкость в высказываниях или необоснованная критика могут обидеть окружающих и испортить отношения. Также звезды советуют не делиться своими планами или идеями, а реже высказывать свое мнение. Козероги, у вас впереди не лучший период для активной деятельности. Вам полезнее сначала составить план того, что вы хотите осуществить, подумать о дополнительных ресурсах и возможностях. Эмоциональный фон немного повышен, поэтому нужно контролировать свои слова и не вступать в споры или перепалки. Водолеи, принимайте решения, прислушиваясь к своей интуиции. Она даст вам верные и полезные советы. В дискуссиях не стремитесь доказать свою точку зрения во что бы то ни стало. Не нагнетайте ситуацию, реагируйте на все спокойно. Перед тем, как начать действовать, подумайте дважды. Рыбы, следите за тем, что происходит вокруг вас. Получайте новую информацию. Только когда вы будете полностью уверены в своих силах, начинайте действовать. Звезды рекомендуют не принимать решения импульсивно, иначе можно совершить серьезную ошибку и упустить выгодные возможности. В первый рабочий день новой недели у всех знаков зодиака появится шанс изменить ситуацию и улучшить свое материальное положение. Звезды знают, что говорят.